Это Олеся. Всем привет. Сегодня вы? На канале Олеся. И что мы будем делать сегодня? Вот это. А вот это что у нас? Это у нас набор Play-Doh с героями мультика «Холодное сердце». Да? Да. «Холодное сердце». Кто у нас здесь есть? Давай посмотрим. У нас здесь есть Олаф, снеговичок. Вот это у нас есть Анна. И мы сейчас будем все это украшать. Видимо, сейчас мы посмотрим. Откроем коробку и посмотрим. Давай откроем сейчас. Есть. Так, вот это, видимо, вот это Санта. Что здесь еще? Смотри, пластилин. Смотри, какие маленькие коробочки там. Маленькие. Вот это олень. Вот, если тебе подождать. Оп, давай помогу. Ой. Как? Привет, Ола. Привет, Анна. А почему ты мне не закрывается? Подожди, Ола. Давай, вот это вот держим. А это что? Огонь? Мы тебя очистить? И это очистить. Она сама. Ты не откроешь сама, тебе нужно ножницами разделать. Я сама. Нет, нет, Олеся. Ася большая, мама. Молодец, моя солнышко, ты же большая, но у тебя не получится ножницами. Ты лучше смотри, мама разрежет. А ты смотри, что у нас здесь есть, какие штучки интересные, всякие разные, видишь? Это что? Санки? Да, вот смотри, значит, здесь у нас есть вот такие вот санки Деда Мороза. Как-то они прицепляются, сейчас посмотрим. Ага. Вот, смотри, у нас есть такие маленькие коробочки и две побольше. Что для чего? Так, это олень. Это маленький, мама. У нас есть вот такой Олаф. Вот он у нас. Сейчас посмотрим, какой. Вот такой. Это формочка, чтобы сделать там Олафа. Привет, я Олаф. Сейчас мы будем его делать. Вот у нас есть такая Анна. Ой, вот здесь мы будем делать ей такую красивую юбку. Видимо. Вот такая Анна. У нас есть вот такие самки такие красивые с много, со многими всякими такими трафаретиками для фигурок красивых. И вот с таким оленем. Я тебе покажу. Смотри, нужно сделать из вот такого вот бордового пластилина, нужно сделать ей Алис. Ей нужно юбку сделать. Посмотри, как на картинке. Красивую юбочку будем делать ей. Смотри. Давай. Для этого нужно положить вот такой пластилин вот туда, да. Сейчас. Сделаем. Смотри-ка, мы положим пластилин вот сюда. Вот. А вот это нужно сюда вот засунуть. И смотри-ка. Теперь нужно на нее давить. Дави на нее. Дави, 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 дави. Еще чуть-чуть. Смотри, что получается. Давай я помогу. Давай я еще надавлю чуть-чуть. Вот так. Вот, смотри, это получается у нее вот такая красивая юбка. Опа, вот. Молодец. Подожди, сейчас Олаф тоже будет. Вот такая юбка, и теперь ее нужно украсить всякими разными цветочками. Для шапочки есть формочка вот здесь. Мы будем делать здесь шапочку тоже сейчас. Но сначала мы сделаем украшение. Нет, я тебе, Алис, не так. Смотри, как шапочку делаю. Дай покажу. Нет.
Здесь есть один секрет. Для этого нужно поднять вот так и положить пластилин вот сюда, чтобы сделать шапочку. Ну, давай сделаем розовую. Сейчас. Я тебе дам кусочек розового пластилина. Давай, клади сюда розовый пластилин. Вот сюда вот. И закрывай хорошенечко. Посильнее, посильнее, чтобы мы могли легко ее оттуда вырезать, потом эту шапочку, чтобы ей надеть. Ну, давай посмотрим, что получилось. Смотри-ка. Вот, лишний пластилин. Это тебе шапочка, Анна. Спасибо. Это будет тебе такая красивая шапочка. Мы тебе сейчас наденем. Смотри-ка. Вот, смотри, какая она красивая в розовой шапочке. Вот мы сделали Анне такую шапочку красивую. Сделали уже юбку вот такую вот. Сейчас мы юбку и шапочку будем украшать. И здесь такой очень красивый пластилин. Он с блестками. Вот он весь светится очень красивыми, с такими блестками. Что ты делаешь такое зеленое? Подожди-ка. А, зеленый нужно, знаешь, что сделать? Смотри, теперь зеленый нужно сделать кружочек ей на юбку. Для этого мы возьмем вот здесь такой трафаретик и сделаем вот такой красивый зеленый кружочек. Давай, нажимай получше на него, и нужно сделать несколько. Сильно-сильно не надо совсем, а то он у тебя расползется. Смотри, нет, так не получится. Смотри, это цветочек, чтобы сделать... Нет, Олаф, он не зеленый, зайка моя, Олаф, он белый. Давай ты будешь делать белого Олафа, а я пока буду украшать юбку для Анны, хорошо? Давай, где у нас белый пластилин? Вот он, белый пластилин для Олафа. Накладывай пластилин в две половинки. Накладывай пластилин в две половинки, хорошенько, побольше. И в эту половинку, и в эту нужно положить пластилин. Здесь мы положим вот такой кружочек. И с другой стороны мы положим тоже беленький кружочек. А ты пока делай олово, накладывай хорошенько туда. Вот, мы ему сюда положим сейчас ручки. Опа! И вот теперь ты можешь делать его. Теперь нужно получше сжимать и убирать то, что по сторонам осталось лишнего. Покрепче, покрепче сжимай, чтобы он тебе не разваливался, олов. Да, и теперь мы достанем нашего олова и посмотрим, как он у нас получился. Вот он у нас получился, как хорошо. Подожди, сейчас, да. Ты умничка, смотри, какого ты красивого олова сделала, ух ты. Теперь ему нужно сделать глазки. Посмотри, какие у него глазки. Из бордового пластилина ты можешь ему сделать глазки. Посмотри вот сюда. Вот такие бордовые глазки. Такие. Да, вот такие. Ну, там коричневые, но у нас коричневого нет. Мы сделаем бордовые. Так. Нужно ему еще сделать бровки. Тоже. Привет, мой друг. Привет, мой друг. Привет. Еще у него есть там шапочка. Смотри, какая. Пока, дай папа. Уже поехала, подожди, мы еще не успели ее красиво украсить, она уже поехала. Ей нужно сделать сюда красивые звездочки. Ну подождите, не уходите пока еще, подождите, стоп. Анна, ты куда? Мы еще не закончили твое платье. И мы не закончили твою шапочку, подожди, не уходи. Да, мы же еще не закончили, не уходи пока. Борис, посмотри, Олаф получается. Смотри, не уходи, держись крепче, Анна. Смотри, Алис, Олаф у нас какой получился. Смотри. Ну вот, Олафа мы практически закончили. Он получился, но у него немножко густоватые брови, но ничего. В принципе, пойдет. Носик морковкой. Вот такие пуговки красивые. Пуговки, носик, глазки. Анна, ну вот, теперь мы будем тебя дальше украшать. Не улетай. Для того, чтобы олову украсить подставочку, нужно сделать снежинки разноцветные на эту подставочку. Красивые, смотри-ка. Набери розовый пластилин, делай снежинку. Вот здесь такую розовую. Одну, чтобы украсить подставочку для олова. Теперь возьми еще одну, сделай зелененькую одну сделай на. Можешь маленькую сделать, да. Фиолетовую тоже разноцветную нужно сделать. Смотри. Вот здесь везде нужно налепить оранжевый пластилин. Для того, чтобы у Анны получилась красивая накидка. Ой,
Получилась накидка. Ну-ка покажи-ка, дай-ка, дай-ка, подожди, она сейчас понравится. Подожди. Смотри, чуть-чуть не доделала ты вот здесь. Смотри. Нужно еще вот сюда их тоже замять, вот эти штучки. Вот сюда еще заложить. Видишь, чтобы это ей на плечики шло. Накидка, она же на плечики накидывается. Вот, молодец. Вот, теперь у тебя получилась накидка. Давай-ка ее снимем. Подожди, нет, ее нужно снять просто, смотри. Опа! Вот, очень красивая накидка. И это кладется ее вот сюда на плечи, чтобы ей не было холодно. Видишь? Вот так. Вот, накидку тоже можно украсить. Смотри, она здесь на картинке с таким белым красивым мехом. Видишь, по краям белый мех красивый? Можно сделать из белого пластилина мех тоже на краю накидки, чтобы она была красивая. Смотри, Алис, как мы мех сделаем. Смотри, мы скатаем колбаску. На, скатай мне еще такую колбаску, пожалуйста. Я тебе дам белый пластилин. На, держи. Катай мне колбаску. У тебя получается колбаска? Это будет мех. Мы его здесь положим. Вот, что? Этот мех мы приделаем. Получилась колбаска? Смотри, нет. Да, вот так вот правильно. Вот сюда. На плечики и на накидку. И накидка получится с таким красивым белым мехом. Вот такая получилась красивая. Здесь немножко соскользнула. Вот. Ну что нам еще осталось? Что ты сделала? Звездочку, моя умница. Давай ее корову поставим сюда на подставку. И будет красиво. Вот сюда ты сделала еще маленькую звездочку. Что нам еще нужно украсить? Нам еще нужно украсить можно еще. А вот еще, посмотри, у Анны еще на платьишке можно сделать тоже вот такую вот красивую штучку. Сейчас я тебе покажу. Нужно заплести две такие штучки, две колбаски катаем. И сплетаем их, чтобы сделать красивое украшение для платья. Смотри, как мы сейчас так получится. Мы делаем как косичку такую. Алис, смотри. Смотри, какая красивая получается. Опа, вот такое вот украшение. Это будет украшение для платья. Вот сюда. Вот. Вот так вот. Нужно положить пластилин вот сюда. Смотри. Вот, теперь нужно поставить вот эту штучку. Вот сюда, смотри-ка. И теперь, когда ты надавишь, у тебя будет зеленая звездочка. Давай. Надавливай вот здесь, видишь? Вот одна зеленая звездочка. Давай. Двигай, двигай, да, надавливай, двигай. У нас получилось, смотри, Алис, у нас получилась Анна вот в таком красивом платье и в красивой шапочке с бантиком, да? Давай покажем Олова, который у нас получился. Олов у нас получился вот на такой красивой подставочке со всякими звездочками, цветочками тоже в шапочке. Это то, что мы сделали. А еще здесь можно сделать... Вот много всяких разных красивых украшений, но это мы уже делать не стали, потому что это будет слишком длинное видео, и мы никогда не закончим. Поэтому... Ну, можешь поехать. Пока можешь поехать. Давай, поезжай и скажи всем пока. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Планета Алис. Планета Алис. Пока-пока. Анна поехала на оленях.